за 4 фестиваля мы познакомились с огромным количеством семей инфицирующих. И вот недавно мне попалась фраза, что семья – это среда, где человек должен творить добро. Она принадлежит обществу. Вот мне кажется, что все участники фестиваля необыкновенно добрые люди. Вы не представляете, как преображаются на фестивале на выступлении бабушки, дедушки, папы, мамы, близкие, дальние родственники, выходя на сцену с детьми. Сколько положительных эмоций, душевной теплоты, добра они получают, играя вместе с детьми. И вы знаете, хочется поблагодарить всех преподавателей, всех музыкальных школ, которые приняли участие в этом фестивале, поскольку они совершили героические многие из них поступки. Им приходилось заниматься не только со своими учениками, но и с их родителями, бабушками, дедушками, девушками. Поэтому, может быть, для кого-то в детстве это казалось жестокой, но пришлось вспомнить молодость. И мы сегодня могли убедиться, насколько это замечательно. Вот прошло 4 фестиваля, и, насколько я знаю, готовится 5. И можно говорить уже о сложившейся замечательной традиции. И хочется пожелать школе Дружного дальше проводить, чтобы мы проводили 50-й юбилейный конкурс, фестиваль и так далее, и так далее. Мне хочется поблагодарить лично Ирину Артуровну Агажанову, инициатора и вдохновителя этого фестиваля. Вы сами видите, какое замечательное событие в жизни вообще Москвы, московских, не только Москвы.